И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега из Лай Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на всем. Давно меня никто не пугал. Ну что, Серега, я надеюсь, вы будете очень классными аниматрониками и не сильно меня мочить. Так что давайте по местам. Да. Тут куча вентиляции, не знаю, справлюсь я или не справлюсь. Еще, они еще не закрываются, это вообще жесть. Ребята, если кушаете и пьете, приятного аппетита. А мы начинаем. Так, давайте сначала проверим, кнопки невидимые здесь. Так, есть. О, я все закрыл. Так, ну что? Открываем пока не что. Так, я уже слышу, кто-то тарабанит пополам. Не ломайте, их только помыли. Смотрите, как блестят полы, очень круто. Прям просто крутецкий. Так, Димас, я слышу. Я иду за тобой. Я слышу. Только что вы сначала возле двери стойте, не мочите сразу. Ха-ха-ха, я успел. Я доберусь до тебя. Не-не-не-не-не, вызывайся назад. Есть. Есть, есть, есть. Блин, они со всех сторон лезут. Так, ушел, 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 отлично. Не ушел, отвали! Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение, потому что веселье только начинается. Так, ушли. Мужики ушли, открываем. Опа! Это какой-то звук очень стрёмный. Тихо, тихо, тихо. Блин, мне стрёмно. Тут паутина. Не помыли под столом полы. Ну что так грязно все. Мужики, мужики, мужики. Мне страшно. Какая-то карта очень стрёмная. О, я уже вижу аниматроника. Ну нафиг. Я успел. Так, никого. Отлично. Отлично. Ха-ха-ха. Тащим, тащим. Hello, hello. Электричество воровать не надо у меня. О, ну нафиг. Эй, убери гошку свою, я не могу закрыть двери. Хай, хай. Блин, отвалите. Отлично. О, фу, двери держат своими руками прочными. Так, поуходили, поуходили. Отлично, ребята, мне нравится эта ночь. Крутецкая. И карта классная. Серега, в конце мы сделаем сюрприз, который ты хотел показать. Конечно. Нажмем там кнопку, и карта начнет черным заплывать. Не знаю, мы давно показывали или не показывали. Два штуки! Да ну нафиг! Нет, уходи, я тебе дверь открою! Два левки пришло одновременно, да как? Да как вы так классно придумали? Я еще такого ни разу не было. Ребята, напишите в комментариях, по сюжетке так должно быть или нет. Могут ли вообще прийти два одинаковых... Фух, я же запереживал, потому что пацаны классно нападают, мне нравится. Мне нравится, отлично. Уходи! Опять пятки подставила свои вонючие. Мангл лезет, ну пока надо лезет, батарейку еще будем экономить. Ух, ушла, отлично. Лезет, 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 где она? Здрасте. Тут все хорошо. Ребята, тащим, тащим. Фокси пришел. Фокси должен был сразу забежать, но это добрый Фокси, он сразу меня не убивает. Потому что начало ночи, дальше он, видно, жестко будет меня мочить. Так, все спокойно у нас. Все хорошо. Открываем двери. О, Чика! Все хорошо, хорошо, блин! Очень жестко, очень жестко. Да что за шум? А! Ты закрывайся! Она успела пролезть или нет? Да уходите от меня! Вот это класс, мне нравится. Фух. Можно расслабиться. Да хватит, вы такие жесткие мужики. Все, ушли, отлично. Не ушли? Откуда шум? Фокси! Фух, Фоксюхин, ты свой, я вижу. Очень добрый Фокси, отвали! Где он? А где он? О, папа, где он пропал? Я зубы его вижу. Убежал, убежал, убежал. Ст
стоит. Какой-то... О! Очень жесткий! Очень жесткий! Уходите! Так, ушел. Нормально у нас. Димас, идет твой старый добрый друг. Это кто? О, ну нафиг! А, не успел! Ах, ребята, затупил. Ну реально, да, ну не успел. Ну что, ну да. Я запереживал. Колени затряслись, блин. Ну что ты, ну что ты? Ты же добрый. А нет, не добрый. Я вижу, ты зубами шевелишь. Здесь у нас все хорошо. Отлично. О, да как ты пролез? Да ну нафиг тебя. Там кто-то ходит. Офигеть, они ходят по пиццерии, ищут меня. Ну нафиг. Ха-ха-ха, класс. Опасно, опасно очень, ребята. Что-то режим заедает у меня. О, я слышу Балору. Музыка играет, класс. Так, надо проскользнуть в другую комнату сейчас. О, песни поет. Это реально жестко, Серега. А мне понравилось скрываться от нее. Серега, давай нажми ту кнопку, повыживаем. Только пошли вместе. Как обычно, так как положено, пошли. Так, ребята, мы идем нажимать секретную кнопку в секретной комнате. Секретную дверь. С секретным человеком. В секретном ролике, на секретном канале. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Ого, видно, давно не открывали, ржавая очень. Да. О, все, ребята, смотрите, что сейчас будет там лезть. И звуки такие страшные, реально как хоррор какой-то. Да. Так, надо сразу сюда лезть потихоньку, потому что она сейчас будет сзади нас. Давай, Серега, если погнали. Если тебя сожрет, то... Да, это будет жестко. Ого, уже здесь, смотри. Да. Так, 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 давай, так, лезет. Бежим отсюда. Ой, блин. Ой, и Фредди. Много. Давай, Фредди, спасайся. Ты наш человек. Ребята, ты кабаки. Отлично, ребята. Звуки такие неприятные, реально. Стенка, Димас, черная стенка. Я вижу, с этой стороны черная стенка. И с этой, ребята, ну все, нам конец. Сейчас что-то будет очень страшно. Мы все умрем. Возможно, и не все. Ага. Они все так, 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 так. Серега, как ты думаешь, что будет? Не знаю, Димас. Так, надо посередине прям встать, чтобы прям ноги и кишки все одновременно кол. Прощай. Пошли на того челя. Серега, пошли на того челика. Пойдем. Фонарик работает, но не светит. Так, здорово, челик. Здорово. Мы как-то давно играли на этой карте, но не помню, было это или нет. Добро пожаловать, странник. Next. Сейчас надо нажать. Серега, прыгай вниз. Нет. Я извиняюсь, что говорю тебе это, но вы сломали карту. Она сломана сейчас, и здесь больше нет ничего. Мы верни увидим. Все обратно. Навсегда. Нажимай. Ну? Нажимаю. Может, прыгнуть надо? Ну, не знаю, прыгай. Ого, звук такой прикольный. А где вы? О, возник? Где это мы? Что-то у меня все красное. Я полетел... А, я ты поехал сюда в одно и то же место. Ихе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!